В Шымкенте завершилась молодежная лига. В масштабных соревнованиях приняли участие более 6 тысяч школьников. Они вошли в 500 команд. Состязания состоялись по 4 видам спорта – футболу, баскетболу, волейболу и шахматам. Школам команд победителей подарили микроавтобусы. Молодежная лига завершилась в Шымкенте. Эти масштабные соревнования проводятся в мегаполисе 3-й год подряд. В этом году они собрали рекордное количество участников. 6 тысяч школьников состязались в футболе, волейболе, баскетболе и шахматах. Финальные встречи прошли на обновленном стадионе «Металлург», который открылся после реконструкции. Первое место в молодежной лиге Шымкента по футболу со счетом 2-0 заняла команда из 47-й школы. Мы очень рады, что выиграли. Это достижение нашей команды. Мы готовились и победили. Спасибо нашему тренеру, учителям, родителям за то, что они верили в нас. Поздравил школьников с победой Аким Шымкента. Мурат Айтинов отметил, что поддержка и поиск талантливых молодых спортсменов всегда были и остаются в приоритете. Проект «Молодежная лига Шымкента» пользуется большой поддержкой школьников, учителей и родителей. Это соревнование повышает интерес нашей молодежи к массовому спорту. Первыми в волейболе стали учащиеся школы-гимназии номер 50 имени Ахмета Байтурсынова. Лучшими баскетболистами признали спортсменов гимназии номер 8. Первое место в шахматах заняла команда IT-лицея номер 9. Сцена Новикова, Добронавдиев, Абзал Турабеков, Информбюро Шымкент.